Джацик. Джацик means walk. Джацик переводится как глагол. We see also this чава. Same meaning. Также есть другое слово с этим же значением. What is the difference between? Same. But in grammar, we mostly say Java. Yeah. Jatik means, or mixed with this, tik means word. Yeah. Ja means Java, a verb of walk, and these are the word. Word, that's why Jatik. Uh-huh. Actually, it is Java. Uh-huh. Java means walk. Yeah. And Java также переводится как глагол. Джацик имеет полное... Джацик тоже, тоже глагол. Same. Цик – это слово. Джа – это как джава – глагол. То есть слово – глагол. Именно как у нас называется глагол. Также джацик и джава – это два слова, обозначающих одно и то же. So it's divided in... Джацик is divided into two forms. Is ordinary. Chitang means ordinary, uh-huh. And Shesa means honorable. Okay. Shesa. Yes. В тибетском языке есть две формы глагола. Вот чертан это обычная форма, и Shesa это вежливая форма. Mm-hmm. So these are meaning are just the same, mm-hmm. But the words are different. Вы видите разные. Слова, но значение одно и то же. So here, do. How can I do means to go. Do переводится идти. And she has a pep. И вежливая форма pep. Pepsum, yeah? Control, control. Do. Control, вы знаете же, да, даки, летящие по небу, идущие по небу. И также pepsum. So, as in... Ушли. Пайзум. Пойдем, пошли. А вежливая форма, мы скажем, pep. But how can I tell you, do or pep? If you use ordinary, yeah. Do. Do. If you are honorific, yeah. Then pep. Pep. So for your elders and for your Higher level, you should say pep. It's better to say pep. Pep, yeah, pep. Лучше сказать pep. Я спросила, как вам лучше обращаться? Он говорит, когда в обычной жизни вы говорите джо, пойдем, пойдем. А pep, то есть пойдемте, наверное, уважительно. Pep, pep. So for elders and pregnant, you know, higher people. Yeah. Для высокой какой-то персоны, для pep. Вышестоящего по должности человека. Ну и уважение mm-hmm. просто. Просто уважение. Mm-hmm. Тун. How does you tongue tung? How does you tongue tung to drink? Tung. Pete. Тоже глагол. Honorable чё. Вежливая форма чё. Ча тунг. Ча тунг. Drink tea. Пить чай. Ча тунг. And if you honorable сёль ча чё. Сёль ча чё. Сёль ча чё. Чё. А вежливая форма. Чё. Чё. Пи, пи. Чё. To beat. Yes. Drink. Yeah. To drink. Чё also drink. Ага. Тун это пить. Чё это тоже пить. Ну, например, ну, они различаются по yeah, all work, контексту. Чё тун. Ча тун. Сэ ча чё. Ча чё. Or we can say ча чё. Ага. Можно просто сказать ча чё. Ча тун. Ча тун. Ча чё. Ча чё. And to eat also, you know. For we say so. 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 But for honorable, we say che. Same thing. Can you write here, please? Он сказал, Гишла сказал слово, которое переводится как глагол есть. Я попросила написать эти два глагола также. So. Обычная форма. И необычная форма. Класса. Класса. Са. Са. А, са. Са. To eat. Yeah, to eat. And honorific. Ше са. Ше. Ше. Same thing. Same thing? Yes, same. Ше.
to drink and to eat. Глагол, и вот вы видите, глагол пить и есть одинаково будет звучать в вежливой форме. Че. Че. Халачи. Халачо. Селачи. Селачо. Че. Кала фуд. Кала. Кала это еда. Кала. 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 Суизик, демони, кала фуд. And че is eat. Кала это еда. Че это есть. Кала че. Топте. Есть еду. Есть, ну, вкушать пищу. Каласа. 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 Eat. Есть. То же самое. Сам кушать. Тун means drink. Тун это пить. Drink. То есть вы видите Ха. Различия в обычных eat. Глаголах, в обычной форме. And in honorific it's same, both. А вежливая форма предполагает также перевод как кушать, так и пить. Могу ценно что-то че. Че. Че вопрос. Че. Хал. Че. Че. Нин. To listen. Нин. Слушать. Помните, у нас было слушать радио? Нин. Сын. Сын. Listen. То же самое, только вежливая форма. Слушать. Кеча нин. Кеча нин. Кеча means talk or dinner. Talk? What we just talking. Talking, yeah. And lectures. Yeah. Listen the lecture. Кеча нин. Слушать слова, то есть слушать разговор. Выслушивать разговор. Кеча. Камин сын. Кеча also there is a different honorific word. Камин. Камин сын. Сын. Кеча тоже иногда бывает камю сен, то есть вежливая форма выслушать разговор, слушать. Ню. Ню. To buy. Покупать. If you write ню, past tense, use the ню, present tense or future tense, ню, to buy. И эта форма одинакова для настоящего и будущего времени. Ню, покупать. To buy. В обычной форме. In honorific, пюсик на. А в вежливой форме? Пюсик на. Пюсик на. Пюсик на. На. If we put this right, this кау на на, then it just becomes honorific. Honorific. Only this. Кау на на. Если мы. But here, you know, this all these are one word. Ню. Пюсик на. Вы видите, одно слово в обычной форме заменяет все эти три слога, которые обозначают то же самое, покупать. Если вы напишете гаунанма, то есть нам, будет то же самое, покупать. Одна уже форма будет переводиться так же. Мау, танр, тон, 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 to see. Тон, видеть. And honorific, sick. А вежливая форма, sick. Да. Нен, to sleep. Нен, ньел, нен, ньяла, нен, нен, ньяла, нен, ньяла, нен, yes. Нен, спать. To sleep. Спать. Сим. Кавасай гусима сим. Сим. И вежливая форма сим. 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 Нен, сим. Ту. To meet. Ту. Встречать. To meet. Джел. Джел. Вежливая форма. Сим, yes. And like, how to, how would be... I meet you. Meet you, for example. I meet you. Yeah. Kiran tu yung. 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 Я спросила, как будет? Я встретила вас. Я встречаю вас. Будет Kiran. Kiran это ты. Kiran tu tu yung. I meet. Я тебя встречаю. Керан джелью. И также керан джелью. Same thing. Same word. То же самое. And gel. То же самое перевод. Нга. Nga. Order. Вода. Order. 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 Указание, да, по-моему? To buy or, yes, to buy from market. Order. Or to do some work.
Water. Приказание, да. Делать приказание. Water. Давать указы. Канга. 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 Вежливо. De, to sit. De. Also stay, leave, yeah? Yes, stay, yes. И вот это глагол второй, de, имеет несколько переводов. Или сидеть, есть еще глагол стоять по-русски, оставаться, останавливаться, и leave, жить. Yes. Все это означает de. И щук, вообще, щук. И щук. То же самое перевод, только вежливая форма. Сидеть, останавливаться, жить. И цонг. Цонг. To sell. Can you explain? To sell. Продавать. Продавать, yeah, excuse me. To sell, продавать. Пюй цонг нан. Пюй цонг нан. Yes. Honorable. Вежливая форма. Пюй цонг нан. Пюй цонг нан. Пюй цонг нан. Цонг. Цонг. Пьюцунг нам. To sit. Лан, to stand. Лан, вставать. Stand up. Stand up? How to say? Лан. Лан? Only лан. Yes. Как я спрошу, как сказать? Вставайте. Up. Я лан. Я лан. Stand up. Я лан. Я лан. Я лан. Вставайте. Я шен. Я шен. Я шен. Я шен. Stand up. Ящен, вежливая форма, вставайте. Ящен. Гюр. Гюр. To translate. Переводить. Гюрме. Гюрнам. Гюрнам. Гюр. Гюрнам, вежливая форма. To translate. And гюрме, no? Гюрме is just... No change. Гюрме is actually change. No, speaking different. Yeah. Right. You met with no. Met with no. Excuse me. Mu. To cry. To cry. To cry. Кричать. Yeah. Mu. Кричать. Mu. И вежливая форма. Shu. Shum. 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 How to say, don't cry, please? Mashu. Mashu. Mamu. Mamu. Я спрашиваю, как сказать, не плачь, не кричи. Маму. Маму. Машум. Машум. Маму. Машум. Okay. Don't cry. Don't cry. Машум. 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 And please don't cry. Туджиси. Машум. Туджиси. 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 Машум. 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 Я спрашиваю, как пожалуйста не плачьте? Туджиси. Туджиси. Машу. Can you write Туджиси? Please. Please. Туджиси. Да. Пожалуйста, будет писаться как Туджичи, спасибо. Вернее, почти похоже на это. Но писаться будет по-другому и звучать в конце. По-другому. Туджиси. Туджиси машум. Пожалуйста, не плачьте. Не кричите. Не водите. Не рейте. Туджиси. Туджиси. Туджиси машум рана. Гешлак. Туджиси. Can you explain? Шум and му. In English, to cry, it's cry. Very different meaning. To cry like wah, yes, yes. And also weeping. Only weeping. Yes, this is what weeping is. Этот глагол означает только плакать, не кричать, плакать. Tearing. Yeah. Tear comes. The meaning is. Значение этого глагола только одно, потому что я спросила, потому что в английском языке cry, а значит перевод очень распространенный, очень много наворотов там, и плакать, и кричать, и вопить, и орать, а тут только плакать. Тут есть, значит, D.
D. D to write. D писать. Дина. Дина. Дирона. Писать в вежливой форме. Дина. Дина. Ло. Ло. Рить. Читать. Джало. Джало. Джалона. Джало. Джало. To read. Тоже. Джало. Тоже читать в вежливой форме. Чакло. 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 Джало. Ло, джало. You know the чак for the honorable word for чан. Чан. Че. Чак. Чак. Шот. Шот сау. No. The ordinary we say че. Че. Ла ча 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 че. But honorable we say чак. Чак. Okay. Here, джало means ло. Чало переводится так же, считать. Гешала объяснил произношение чак. Иногда пишется че, но в вежливой форме чак. Чак is for tank. Чало means to read. Чак what? For tank. For tank. The end of... the whole tank. Язык. Tank. Tank. Tank, yes. Джак переводится как язык, а джало – это читать. Yes. The honorable word for tank. Tank. Uh-huh. Ordinary we say че. Okay. Вежливая форма – чак, язык. А в обычной жизни мы говорим че, тоже язык. Танг. Пау танг на танг. To send. Танг. Посылать. To send letter or parcel like that. Послать письмо какого-то человека и так далее. Не танг нан. И вежливая форма танг нан. Послать. Посылать. So now we have completed the noun. And now we start this verb. Мы и закончили полностью с имя существительное. Теперь мы начинаем с очень большого раздела глагол. Ну, не очень большой. So, in Tibetan grammar, you know, this verb, to know the verbs was very important. Yeah. The verbs. В тибетской грамматике очень важно знать глаголы, потому что они всегда стоят в конце предложений, и они меняют свою форму, и очень важно их помнить, узнавать. And words, sometimes they change according to the tense, past tense, future tense. Like it was this, some of them change. И частенько они меняют свою форму, и это зависит от формы прошедшего времени, настоящего, будущего, от временной формы глагола. Some are. Will not change like this. Drop. It will not change. Or pass future. Everything we say. Oh, can drop. There are a lot of drop like drop. This. No, it will not change. Always like this. No. For even for past tense, future tense, and tense. But you know the tune is it change. Will change. Yes. Yeah. Okay. Есть глаголы, которые не меняют свою форму. Ни в настоящем, ни в прошедшем, ни в будущем времени. Вот, например, такой глагол джо – идти, уехать, уезжать. Джо – он не меняется. For past, present, future, all we say джо, джо. And honorific noun? Honorific noun. Pep. Change? No change. No change. И также вежливая форма – pep. Есть такой глагол, но надо было просто ходить на прошлые уроки, на занятия. He asked about he wasn't at last time, and that's why he don't know about yin and helping verb. Helping verb. Yeah, you understand? Yes. Yeah, and no problem. This is no problem. Yes. No. Then,
and tong, you know, it will change. Sometimes we tong, tong, tong sa, tong, or touch tong or tong. А тун, глагол тун, пить, меняет свою форму. Опасен тун. Для прошлого формы, для формы прошедшего времени пишется тун, вот так, как написал Гешала. Present tense and future tense тун. А для настоящего и будущего тун. Like this, a little bit change. Вы видите, звук меняется. Есть для прошедшего времени твердый звук, для настоящего и будущего с придыханием тун. Past tense тун, тунца, тунин. Прошедший тун. And че always same thing like this, no change. Че. А вежливая форма не меняется, всегда остается так же. Че. Нин, сен. Or maybe no change. For this past tense we say не. Гешала сейчас показывает нам, какие меняются глаголы. Для прошедшего времени глагол покупать будет другая форма не вместе с буквой са. О пьюсинан just same all that. А пьюсинан не меняется. No, tong. It's also the same thing. Tong, 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 sick. Глагол tong и sick не меняется. Видеть. Нел, син, also no change. Спать, нел и син тоже не меняется. Чел, also no change. Тук и чел тоже не меняется. Yes, lot of verbs. Not change. Совсем немного глаголов, которые не меняются. В основном все глаголы, большинство глаголов изменяют свою форму. So this change of spelling is most difficult grammar in Tibetan grammar. Most difficult is. И вот это самое важное в грамматике тибетского языка, потому что этих форм очень много, их надо все помнить. So, for the moment we just only introduce only the verbs. These are verbs and these are not. На этот момент мы не будем так сильно останавливаться на этом, потому что у нас мы только входим, мы только начинаем изучать грамматику. Мы должны знать распространенные глаголы, распространенные формы. So and it is no we better leave here and just okay read once more and then we'll go on sentences. Okay. I think now you can read. Yeah. And I will point out and you please read. Okay. Okay. Without you. Yes. At first. Yes. Гешала уже надеется на то, что мы можем сами читать без его помощи, поэтому он сейчас будет показывать нам на глагол, а мы будем его называть. Spelling or only read? Whatever you like, if you like spelling, then. Гешала спрашивает, как вам нравится больше, по буквам в начале или сразу прочитать? Мне, например, нравится сразу. Ну как вам? Больше сначала сразу, а потом можно по буквам. Ты сиди молчи, ты не был на занятиях. Как вы считаете, по буквам? Давай сразу. Сразу? Да. На спелинг. Окей. Okay. And what is this? Джа-цик. Джа-цик. Джа-ва. Чава. Чир. Там. Ше. Са. До. Пеп. Тун. Чо. Че. 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 Нен. Сен. Сен. Ню. 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 Two, six, nine. Two, six, nine. Tong. 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 Tong.
Six. Six. Three. Nel. Nel. Sim. Sim. Tu. 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 Jel. Jel. Nak. 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 Kangak. 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 D. 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 Shuk. 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 D. 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 Shuk. 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 Song. 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 Нам. Пыцин. Нам. Пыцон. Нам. Пыцон. Нам. Наро. Пыцон. Наро. Санар. Сонар. Сонар. О. Боку. Пыцон. Нам. Пыцон. Нам. Пыцон. Нам. Пыцон. Нам. Лан. 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 Шен. Шен. Гюр, 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 нан, ду, ду, му, это му. А, это му, а не ду. Она короткая буква. Му, 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 носовой звук, носовой звук. На. Ma shabju mu. Ma shabju. Ma shabju mu. Ma shabju mu. Ma shabju mu. Ma shabju mu. 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 Shum. 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 Di. 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 Di na. Di na. Lok. Lok. Jack. Lok. Jack. 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 Dang. 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 Okay. Jack. Джа, сик. Джава. Джава. Чиртан. 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 Шеса. Шеса. Дро. Дро. Пеп. Пеп. Тун. Тун. Че. Че. Нин. Нин. Сен. Сен. Ньо. Ньо. Пюсикнан. 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 Пюсик нам. Тон. Тон. Сик. Сик. Нел. Нел. Сим. Сим. Тук. Тук. Джел. Джел. Нак. 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 Кангак. 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 Дэ. Дэ. Шук. Шук. Цон. Цон. Пюцон нам. Пюцон нам. Ланг. Лан. Шен. Шен. Гюр. Гюр. Гюрнан. Гюрнан. Му. 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 Шум. Шум. Ди. Ди. Динан. Динан. Лок. Лок. Джа лок. Джа лок. Тан. Тан. Таннан. Таннан. Anybody who would like read alone? Is there any one that I read alone? Кто хочет прочесть один? Any there? Can you read them? Maybe, maybe anyway. Кто хочет прочесть один? Давайте. Okay. Саша, может. Чацик. Чацик. Джава. Джава. Сапа и так. Сапата па. Сапата па, па и так. Ча. Чир. Чиртан. 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 Читайте, читайте. Шеса. Шеса. Джо. Джо. Дро. Пеп. Пеп. Тун. 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 Цо. Че. 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 Ням. Нин. 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 Сен. Сен. Но. Ю. Ню. Пю. Пю си. Пю сик. Нам. Нам. Пю. Пю. Пум. 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 Тум. 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 Джик. Сик. Сик. Сик.
Neo. Word neo. Sim. Word. Tug. Word. Seu. Seu. Gel. 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 Nak. 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 And this? Kanang. No, 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 this. Kanak. 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 Ka, o ka, ka. Mau ngak, ngak. Kanak. 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 Je. De. Je. Shuk. Shuk. Tsong. Tsong. Pe, tsong, nang. Good. Lang. Lang, good. She nang. Shing. 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 Ju. Gyur. Gyur nang. Gyur nang. Gyur nang. Nu. 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 Masab ju mu. Nasab ju nu. Mu. Nasab ju nu. Nasab ju mu. Nasab ju nu. Mu. Nu. Shum. Shum. Ау баратак. Баратака. Да. Да, я говорю ди. 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 Ди нанг. Ди нанг. Лук. Лук. Джик. Джик лонг. Ну, ну. Джак лонг. 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 Танг. Танг. Танг нанг. Танг нанг. Ребят. Давайте еще кто-нибудь. Джава. 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 Сын. Сын. Ню. 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 Пю. Сык. На. Тон. Тон. Сык. Сык. Нел. Нел. Сын. Сын. Тук. Тук. Чел. Чел. Нак. Нак. Канак. Тон. Тот. Ды. 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 Шик. Шук. 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 Сон. 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 Пю. Сон. Нам. Пю. Сон. Нам. Лам. 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 Шин. Гюр. Гюр. Нам. Гюр. Нам. Гюр. Нам. Ту. А. Му. Ну. Шум. Шум. Ди. 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 Нам. Ди. Нам. Лок. Лок. Джа. Лок. Джа. Лок. Тан. 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 Нам. Тан. Чи. Сик. Ту. Чи. Сик. Чир. Танг. Чир. Танг. Чир. Танг. Чир. Танг. Ше. Са. Ше. Са. Джо. Джо. Пеп. Пеп. Тун. Тун. Че. Че. Нин. Нин. Сен. Сен. Ньо. Ньо. Пюсигнан. Пюсигнан. Тон. Тон. Сик. Сик. Нел. Нел. Сим. Сим. Тук. Тук. Джел. Джел. Нак. Нак. Канак. Канак. Де. Де. Шук. Шук. Цон. Сон. Пю цон нан. Пю цон нан. Лан. Лан. Шен. Шен. Гюр. Гюр. Гюр нан. Гюр нан. Му. Му. Шум. Шум. Ди. Ди. Ди нан. Ди нан.
Лок. Лок. Чак лок. Чак лок. Танг. Танг. Танг нам. Танг нам. Окей. Please, all together, please read once more. А тебе все вместе прочитать один раз. What is this? Джаз. 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 Тук-чи. Чу.
Мампа. Мампаи. Напа. Напа. Маунга каса напаи. Now your sentence for the verb. Lop. Pisikna. Kulna. Na. И вот вы видите, я шла подчеркну слова, которые мы сейчас изучали. Джо, ло, сик, гюр, ма. Here all. Воп. Они все глаголы. Это все глаголы. На делила джогин. На делила джогин. Джогин. I go to Delhi. I will go to Delhi. Джогин in future. Future? Yes. I will go to Delhi. И это предложение находится в будущем времени. И переводится так. Ма, я делила в Дели, джогин поеду. Я поеду в Дели. But we should not say that ma delila pebgin. Not good. Не будет корректно и правильно, если мы скажем ма делила пебгин. Пебгин. And how you understand that is future tense? How? Ma delila Тогин. Why? Why you know that it's future tense? Я спрашиваю, почему вы знаете, что это будущее время? From the sentence it shows this future tense. Тогин. 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 No. The end гиин. Тогин. It's mean future. In future, yes. Ма дилила чимбаин in past. А в прошедшем времени будет ма делила шимбаин. Past tense. Can you write this? Чимбаин. Чимбаин. Я попросила написать это в прошедшее время. And. Он ма делила дроцарвай. Ага. Дроцар. Други мы можем write instead of троги дроцарва. Ага. Дроцарва. And also. Он ма делила чимбаин. Чимбаин. And also, can you write a present time, present tense also? Okay. Чимба. Тупчеси. Делила чимбаин. Вишла тупчеси. Ма делила чимбаин in past tense. Ага. Ма делила другие in present tense. Ага. Can you write this? Just here, instead of ин, you just write ю. Ю. А, окей. Если будет на конце писаться не ин, а ю, это будет настоящее время. Я еду в Дели. А вот прошедшее время это шимпа, шимпаин. Ма делила шимпаин. Я уехал в Дели. But tense are dependent tense are very difficult. Yeah. We should not touch this at the moment. But maybe remember yes, something. Yes. Essential, okay? Yes. Гешела говорит, что в тибетском грамматике очень трудный как раз этот раздел глаголы и времена, очень трудный раздел, и поэтому мы не будем сильно касаться этого, но мы запомним некоторые основные глаголы, чтобы потом уже различать. Другие, 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 тоцар. Мадилила, другие. Мадилила, керан, дилила, пепки, имбе. Pip, yes, for others, Kiran Dilila, Pipki in Imbe. It's you. The question is you. You. You will go to Delhi, no? You will go to Delhi? Yeah. You will go to Delhi? Ah, Kiran Dilila, Pipki Imbe. It's question, yes. Pip, Kiran Dilila, Pipki Imbe. Imbe. Pe. Can you write this? Be. Pasa pe. Pasa. In, and then after that we are like, pa. Имбе. Окей. Кран делила пепки имбе. И Гешала мне рассказала уже другое предложение. Кран делила пепки имбе.
Это вопрос, это вопросительное предложение. Керан, мы знаем, ты делила пепгиимпе, поедешь в Дели. Когда ты поедешь? For oneself, don't use honorific words for oneself. You should not use honorific words for oneself. Okay, I see. These honorary words are always used for other people. Ага, окей. И вот мы наконец добрались, что вежливая форма существует для второго лица единственного числа, второго лица множественного числа, для другого лица. Для единственного числа мы никогда не употребляем вежливую форму. То есть мы не говорим «я поеду» в вежливой форме. Это будет некорректно и нехорошо. Вот эта частичка «п», вы видите, она вопросительная частичка. В конце предложения, когда она стоит, это значит вопрос. Керан депло нагиду. Керан депло нагиду. President, you are reading a book. Это настоящее время. Ты читаешь книгу. Керан. Керан депло нагиду. Депло. Деп – это книга. Лок – на. Читать. Гиду. Настоящее время обозначает. Керан депло нагиду. You are reading a book. Ты читаешь книгу. Или вы. And can you write also past and present and future tense, please? To Jessica. Keran dep lo nang be lo nang. Actually, you know, this for present we have to change this. This word. This word for present. This is present tense. If it is written like bo. Okay. Only this word, yeah? We change only this word. В данном предложении. No, we have to change the sentence also. Uh-huh. And we have to change according. This is present tense. This is future tense. And for past tense, we write like this. Oh. Вот то, что написано в предложении, это прошедшая, это настоящая форма. Прошедшая форма будет лог, который написано вверху. This is present log. Yeah. This is future. А, это будущее. And this is past tense. Это прошедшее время, вы видите. Не деп лак сайн. Не деп деп логин. Керан деп лак сасун. Like that. And we have to change this. This will also show the present tense, the future tense, like that. But these are really many Tibetans, they don't know, yes. Only present. This spelling is very difficult. We can explain only no present form, yeah? We can talk in Tibetan only knowing. From the sentence, you know. Okay. In the text. Yeah. And colloquial are a little bit different. Yes. And in for the example, text. You know, nga dilila dogin. This is colloquial language. Colloquial language. Okay. And according to the grammatically, it is also wrong. Nga dilila dogin. Gagi uji is not written like that. И то, что мы учим разговорный язык, разговорную форму языка. Вот то первое предложение: я поеду в Дели. Не совсем корректно и неправильно с точки зрения текста, который мы читаем. Поэтому мы сейчас учим разговорный язык. Вы должны это запоминать. Actually, you should write from suffix ga and suffix nga. Only these two after we write this ga-gi. И this, вот это ги. Without any suffix. Вот это ги пишется так, как написано наверху. Это только в разговорном языке употребляется такое. So, grammatically, this is not correct. But when we speak colloquial language, it goes like that. Everybody speaks like this. Грамматически это неправильно построенное предложение, и оно не пишется так. Но мы должны знать, как употреблять в разговорном языке. And so when we speak, just mostly the lo, they will not use these two words, lak, lak. Uh-huh.
그리 녹차 녹이에 녹이인 like this we almost use this word when we speak colloquial language. Когда мы говорим в разговорной речи, мы употребляем вот эту форму лог лог. But you know, in text, you know. Yeah. In text, it's not all four tenses. We have different spellings. Okay. И для и в тексте встречаются совершенно различные формы, совершенно различные по произношению. Как деп. Вот это тоже книга, но вежливая форма. А деп это разговорная форма. We can write here chakdeep also. 계란 chakdeep 로낭기도. Вы также можете написать так деп. Но это будет неправильно с точки зрения грамматики. This also write 계란 chakdeep 로낭기도. Классическую right. Да. Or we can say 계란 chakdeep 자로 낭기도. Also right. И вот так будет правильно, как сейчас произнес Гешела, с точки зрения грамматики классического языка. Окей. On the right. Okay. This is the most short form. Нет, но это более короткая форма. Это более короткая разговорная форма языка. In respect, yes. Or in the more respect, you can say 계란 찰집 잘 원하기도. More respect, more words. More words, yes. Много... Много уважения, больше уважения, больше слов употребляется в языке. Окей. Окей. 계란 대록 남기도. 계란 대록 남기도. 계란 대록 남기도. 계란 대록 남기도. It's present tense. You are reading a book. И это настоящая форма глагола, настоящее предложение в настоящей форме. And this also present tense. А это тоже настоящая форма. Даю. Даю. Даю ла. Даю ла. Даю ла. Даю ла. Чакдеп. Чакдеп. Пюсик. Пюсик. Нангиду. Нангиду. Даю ла is purchasing a book. What's this purchasing? Purchasing to buy. Ah, okay. Buy. Pusik not buy. And the name? Name of person. Uh-huh. Daewoo. Girl, boy, it's huh? not that one. Huh? Girl, boy, it doesn't matter? Daewoo la. It's meant for boy. Daewoo la. Daewoo это имя мужчин, мужское имя. Ла – это вежливая форма употребления. Даю ла. Мужчина. Даю. Даю ла. Даю ла. Таши ла. Таши ла. Тэма ла. Геши ла. Тэма ла. Тэма ла. Даю ла. Даю ла. Гела. Даю ла. Чакдеп means деп. Ага. Даю ла. Чакдеп. Пюсик. Пюсик. Нагиду. Пюсик. Нагиду. Я покупаю книгу. А, Даю покупает книгу в настоящее время. Даю это имя. Лак уважительная частичка. Чакдеп это книга. Пюсик на покупать. Покупает. Гидук настоящая форма. Нангитук. Даю ла чакдеп пюсик нангитук. Даю is purchasing book. Даю покупает книгу. Даю ла чакдеп пюсик нангитук. This was the present tense. Это также в настоящее время. Конги. Конги. Депшик. Депшик. Гюр нанги ре. Гюр нанги ре. Гюр нанги ре. Это future tense. Это будущее время. Конги. Конги. Депшик. Депшик. Гюр нанги ре. Гюр нанги ре. Конги депшик гюр нанги ре. Окей. Can you explain all what? He will translate a book. Он переведет, он или она переведут книгу. Переведет книгу. Кон это он или она, вы помните? Ги это частичка, означает no. Родительный падеж. Кон for whether it's boy or girl. Yeah. Or. She or he. Ги. Yeah. And it shows that he's doing some job. Mm-hmm. One job is just translating.
частичка ги, вот это ги-гу-са-ги. Да, ги-гу-ги-са-ги. Эта частичка указывает на то, что вот кум, слово кум, то есть он или она занимается чем-то, делает что-то. Вместе с глаголом употребляется эта частица, она связывает. If you do some job, work, you know, then we write kaigu gi sa gi. If it doesn't work, if it's not working anything, then we should not write it's sa. Если нет глагола, указывающего на что-то, чем занимается данное лицо, то ги не употребляется, не пишется. Вы видите, кун, она, он, ги указывает на то, что делает деп. Депщик. Депщик. Эбу. Apple. Книга. Шик это. И. Like и. Это как ее? Артикль. Шик это артикль. Как в английском языке э или the. Гюрнанги ду. Гюрнангире. Гюрнангире это переводить. Ре. Why now you write. Гюрнангире. Yeah. Гюр. Нанги реально in future tense. Вот эта форма указывает на то, что глагол гюрна находится в форме будущего времени. Гюрнанги ре будущее время переведет. Она он переведет книгу. So this spelling also changes according to the tenses. For this is поусага гюрра гюр is the future tense. And without this suffix, prefix, this present tense, sagadaka gajer gyuro gyur, we write this with this present tense. Okay. Согласно времени, форме времени, и меняется глагол, его написание, вот эта форма указывает на то, что это будущее время. Если не будет приставки бау, то будет настоящее время. Гюр. If there's a бау, sagadaka gajer gyur, ra, ta, gyur. Then it is past tense. Прошедшее время, так как сейчас произнес Гешала. Can you write, please? Past form. Past form. We write only this way. Yeah. Although there is a da, this post suffix da, but it will not write. It will write like this. Actually, there is a post suffix da. Ayangju. Okay. But we generally don't write here. We write like this. Обычно вот эта форма гюр, она пишется еще со вторым суффиксом да, но лучше не писать его. Запомните эту форму гюр. So конги депшик гюр нангире, here means нангире. 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 Переведет. Будущее время. Future tense. Yes. Конги депшик гюр нангире. Конги депшик. Гюр, нангире. Это all a colloquial language. Это разговорная форма. Colloquial language. It's when we speak. Тогда, когда мы говорим, в разговорной речи употребляем. Конги, депшик, гюр, нангире. Конги, депшик, гюр, нангире. He will translate a book. Он переведет книгу. Не депхасе нагпаин. Нагпа is ordered. Нагпа, это указывает. Yes. I ordered few books. It's past time. Нагпаин, yes, past time. Вот данное предложение находится в прошедшем времени. Переводится оно так. I have ordered some books, yeah? Yes, I have ordered some books. Да. Я заказал несколько книг. Here also, you know, sa, was I had do some work, yeah. He ordered. Видите, как в предыдущем предложении ги вместе с са вторым суффиксом, это указание, эта частичка указывает на то, что эта персона занимается какой-то работой. Делает что-то. Также и вот когда ма, когда к местоимению я ма прибавляем частичку са, это означает то, что это лицо, то есть я делаю что-то, занимаюсь чем-то. Не.
Nye means without working anything, but it shows relation. Nye dip. Nye dip. Nye. Nye dip. And this form for nye what? Nye dip. It's also like nye. Nga and I, you know? Yeah. And when we write the agi wi, yeah, it shows only just relation. When we write nye, nga sa nye, it shows some work. Okay. It's doing some work. Вот есть две разные вещи. Когда пишется суффикс, подписывается са, то это означает глагол. Я делаю что-то. А когда подписывается ау, а, агиву, и, то есть не, переводится как... Это означает просто связь. Связь, например, для лучшей... My book. Да. My book, yes. Для лучшей связи. То есть означает моя книга. Не. Не се. I drink. Я пью. I eat. Я ем. Не тум. We write маса не. Глагол мы пишем вместе с са. С суффиксом са. И drink their walk. Глагол. Не лапа. My hand. Не. Не деп. So not no walking. Не лапа. Моя рука. Не деп. Моя книга. When we only show the relation, yeah, like this. Когда мы показываем связь с чем-то, мы пишем агибу и. Когда мы показываем глагол, мы пишем са. And in grammar, this is the sixth case. There's about 10 cases. Yeah. This is the which shows relation. We will discuss in the sixth case, and this is in the third case. Chetta. Sixth case chetta. Many cases, about 10 cases. Yeah. And when we discuss about this in the case. И потом мы будем говорить о том, о тех частичках, которые употребляются для связи. Например, предложений, эти связи. И вот са, например, частица са, она на третьем месте стоит по связи. А частица агибуи на восьмом. But yeah, we are not discussing about the cases. Yeah. Just all this simple colloquial language. Yeah. Но это только для... Это только символы разговорного языка. Их не употребляет в книгах. В классическом тибетском языке. Мы должны различать их. Oh. I ordered some books. Я заказал несколько книг. Не. Каше сам. Каше несколько. Каше. Нагпа ордер. Нагпа заказал. Деп. Деп книга. Не. Ай. Я заказал. Я заказал несколько книг. Не. Я. Деп книга. Каше несколько. Нагпа заказал. Им. Заказал. На. Here. Ай. You know? А? Это я. Ай. Не, yes, because he was to order. That's why he write sa. So I have like this. Yeah. I have ordered some books. В английском языке это переводится как I have ordered. Have maybe this in is also like have. It shows like have in English, but I think it's not exactly the same. Yeah, это не так, конечно, как в английском переводят, но примерно так же. Вот in переводится как иметь иногда, но в русском языке мы не скажем я имею заказ, правильно? Мы говорим я заказал. Here in goes like a have. Yeah. But if I say I'm not Baba in. Yeah. Not Baba in. I am a Tibetan. Yeah. But then we use the same in, but it doesn't go exactly. Но это in не всегда переводится как иметь. Если мы скажем I'm Baba in, мы переведем как я тибетец. So here I have ordered some book. I have. И перевод дословно этого предложения. Я заказал несколько книг. So all these words will not go exactly like in English. Но это эти слова не для классического языка, это разговорные. So when you use these verbs, you know, sometimes we use much this sa. Like here, and here, like this. Когда мы используем глаголы, к местоимению мы добавляем суффикс «са», вы видите.
Суффикса обозначает то, что мы сейчас употребим глагол. То есть эта персона занимается на данный момент чем-то. То есть глагол. Связь с глаголом устанавливает. So here we mainly how these words are used. Mm-hmm. How these verbs drop, lock, piercing, nang, gul, ngapa. How these used, ngapa. И теперь вы должны знать, вы должны запомнить, как употребляются эти глаголы в предложениях. So when you use this drop, you use like this na Delhi la again. I'm going to, I'll go to Delhi. И в предложении идти будет та же форма, но, например, глагол do используется как la Delhi la again. То есть я поеду в Дели. Керан деп ло нанги дук. Керан деп ло нанги дук. Керан деп ло нанги дук. You are reading a book. Давайте повторяем. Керан деп. You are reading a book. Ты читаешь книгу. Керан деп ло нанги дук. Керан you are деп book ло read. Нанги дук. Reading, yeah, present, reading a book. Mm-hmm. You are reading a book. Ты читаешь книгу. Керан деп ло нанги дук. Керан деп ло нанги дук. Нанги дук. Керан деп ло 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 нанги дук. Gaula, Chaktip, Pusik, Nangidu, Gaula, Chaktip, Pusik, Nangidu, Gaula, Chaktip, Pusik, Nangidu, Gaula is purchasing a book. Даю покупает книгу. Конги. Конги. Депшик. Депшик. Гюрнангире. Гюрнангире. Конги. Конги. Депшик. Депшик. Гюрнангире. Гюрнангире. He will translate a book. Он привезет книгу. Не. Не. Деп каше. Деп каше. Нахпаин. Нахпаин. Не. Не. Деп каше. Деп каше. Нахпаин. Нахпаин. I've ordered some books. Я заказал несколько книг. So you just have you read, okay. Okay. А теперь попытаемся прочесть. Let's read this from here. Na de la de gil. Ugil. Keram. Keram. Deplo. Deplo. Nangi. Nangi. Dao. 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 Chagdip. Chagdip. Pusik. Hangituk. Nangi Kongi Depshik Gyur Nangi 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 Nye Nye Depshik. What is this? Каше. Нахпа. Нахпа. Ин. Не. Не. Деп. Деп. Каше. Нахпа. Нахпа. Ин. Окей. Тат. Устали? No. Very good. Very tired.
Ну и... Okay, then we'll stop it right here, okay? Сегодня мы закончим, хорошо? The next? Can I... Okay. Can I... Yeah. Сейчас мы уточним насчет следующего занятия. Когда следующий занятие? Тут же, чек. Тебе говорят? О, не долбит. Ганаган. 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 Сакасак. Сакасак. Гансак. 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 Кагибуги. Кагибуги. Магибуминамин. Магибуминамин. Гансагимин. 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 Name of persons. Название, имя существительное, скажем. Дау Кадингуге. Ракадака Наген. Ракадака Наген. Геген. 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 А. А. Кашемджуку. Кашемджуку. Аку. Аку. А. А. Надингуне. Ane. Ane. Uncle and aunt. Дядя и тетя. Uncle and aunt. Ka. Ka. Lanarolo. Lanarolo. Pa. Pa. Kalupa. 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 Driver. Водитель. Adengo Emma M. Adengo Emma M. Чатинг Буче. Чатинг Буче. Эмче. Эмче. This way, this word usually you use in a, we talk, colloquial language talk. Это слово мы часто используем в разговорной речи. You will not find this in the Master book. Вы не найдете его в книгах. In books we write member. In sutras, yeah. Member. Hachi. Member. 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 Hachi. Ладжи. Like this, yes. Different words for doctor. In books. Can you write this? This when we talk in the usual colloquial language. В книгах вы найдете то, что вот сейчас назвал Геше. Амти. МГ, here we write the мемпа. Мемпа. Вот так. Так пишется распространенное название доктор. Которые употребляются в книгах. It's ancient name. Yes, ancient name. Yeah. Literally names. Uh-huh. Literature. Literature, yes. Mempa. Mempa. And Haji, for the doctor. Haji. Haji. Вот это более уважительное отношение к доктору, и такое употребляется в книгах, там, в сутрах, например. Где там Термасамхава говорит о том, что доктор очень важен. Men as a medicine. Yeah. Men медицина. Person who works with the medicine. Человек, который занимается.